Дачные участки, которым более 40 лет, как правило, уже имеют различные постройки. Это и дом, и отдельно стоящий туалет, теплица и баня. Но человек всегда стремится совершенствовать свой быт. Владимир Николаевич построил небольшую баньку больше 15 лет назад. Средств тогда было немного, а необходимость в летнем душе была очевидна. Небольшая печка и минимум свободного пространства. Спустя годы он решил, что пора обзавестись более комфортным местом для принятия водных процедур. В этой бане, которая построена, я ничего не могу. Она только лишь встал, да вот помылся, кажется. Но температуру можно до 60 догнать. Вот в этой я уже, наверное, постараюсь с веником. Подсчитав все «за» и «против», Владимир Николаевич остановился на свайно-винтовом фундаменте компании «Фундекс». Во-первых, он выгоден в цене, во-вторых, монтируется за один день, и строительство бани можно начинать сразу. В-третьих, работы ведутся без строительного мусора, а следовательно, не разрушают сложившийся ландшафт участка. Преимуществ масса, а главное, компания «Фундекс» дает гарантию на свою работу. Ведь все выполняется строго по технологии. Винтовую сваю закручивают за глубину промерзания грунта и обрезают на необходимую высоту, предварительно убедившись, что все элементы стоят строго вертикально. Полость сваи заполняют цементным песчаным раствором, а всю конструкцию обвязывают швеллером. Прямо на него уже можно начинать укладку пола будущей бани, которая прослужит не одному поколению владельцев этого дачного участка.